движения. Несомненно, убийство политического лидера у стен Кремля, любая акция памяти воспринимается как политическая. И наше ключевое требование – демократические реформы в России, которые сделают невозможным, недопустимым политические убийства, которые обеспечат сменяемость власти. И наша задача – добиться, чтобы Россия стала такой страной, за которую Немцов боролся, за которую Немцов, в конце концов, отдал свою жизнь. Я считаю, что непозволительно стрелять, убивать людей в центре Москвы безнаказанно. И я очень хочу, чтобы заказчик убийства нашли. Это, таким образом, я выражаю свой протест против того, что происходит с Борисом Ефимовичем и вообще в стране. Он говорит, а 60 мне отдают.